Игорь Поляков навестил ветерана войны Николая Бомка и проверил, как выполнено его поручение об установке навеса во дворе. С этой просьбой герой войны лично обратился к мэру. Задача выполнена, ветеран доволен. Глава города пожелал ему здоровья и не стесняться обращаться за помощью. Большое спасибо. Пожелание твое выполнили, машину можешь ставить, дождь ее мочить не будет. Нормальный навес, думаю, тебе отличный. Все нравится. Отличный? Отлично. Я хочу пожелать вам, во-первых, здоровья крепкого. Спасибо. И вам тоже, Корнеевич. Во-вторых, мужества, стойкости и упорства в достижении поставленных целей. И помнить золотое правило руководителя. Собака лает, а караван идет. Я понял, Корнеевич. Спасибо. Родной, все нормально? Не то, что нормально, отлично. Отлично. Ну, мы приехали глянуть, правильно, услышать, молодцы, твое мнение. Молодец. Молодцы. Тебе удачи, Корнеевич, и здоровья.